Ребята, смотрите, какая она внутри. А запах какой у нее прям сильный-сильный. Прям йод-йод. Прям море-море. Такая сухая-сухая. Ну, там немного будет. Вот этого, наверное, мне хватит. На пока что. Все, заливаю водичкой. И оставляю на полчаса. Потом покажу, что получилось. Там уже цвет меняет. Посмотрим, ребята, что получится. Вот что у нас получилось. Прошло всего лишь полчаса. И у меня целая плошка. Как раз мне хватит на 2 дня. Водорослей моих. Ух, какая крупная. Можно проварить. У меня есть тофу, кстати. Можно сделать супом. Ух, а это прям целый лист. Ух ты. Ух, какая красавица. Целый листик. А цвет какой. А запах. Вот сейчас это все промою. Можно заправить кунжутным маслом сразу. Не знаю еще, посмотрю. Просто пока промою и поставлю. Ух, по-моему, это прям целый-целый лепесток. Даже не резанный. Ой, какая красавица. Сейчас доску возьму. Ребята, попробовала. Вкуснятина неимоверная. Вот как наша ламинария. Обычная ламинария. И хрустящая. Мне кажется, я ее проваривать не буду. Вот можно сделать наш обычный салат из морской капусты. Походу, мне того пакетика хватит раз на 5. Наверное. Вот такие дозы сделать. Обалдеть. Рекомендую. Вот все-таки, если есть водоросли, возможность купить их сухими, все-таки брать сухими лучше, оно дешевле и получается в объеме потом как много. Обалдеть, такая красавица. Смотрите, целый монстр на палочке у меня получился. Тут она даже как с шипами такая идет. Запах обалдеть. Ребята, все-таки решила сделать салат. Промыла под проточной просто водой из-под крана. Выжала все. Порезала на такие вот лепесточки, полосочки. Где-то крупно получилось, где-то мелко. Теперь заправляю. У меня уксус. Чуть-чуть. Чайная ложка. Кунжутное масло. Холодного отжима. Тоже чайная. Здесь у меня что? Горчичное масло. Пол чайной ложечки. И кунжутное, но жареное. Японское. Тоже где-то чайную ложку. У меня лен. Тмин. Черный и обычный кунжут, не обжаренный. Все перемешиваем. Знаете, что хочу еще добавить? Остроты. У меня перец с огорода моего уже сухой. Сейчас порежу и добавлю. Порезала на такие вот долечки. Еще раз все перемешаем. И можно уже пробовать. Это будет мой ужин. Можно еще добавить тофу, кстати. Но сегодня просто хочется. Просто хочется вот так. Ребята. Это что-то. Это очень вкусно. Хрустящий
Прям как свежий-свежий, только с моря. Обалдеть. Обалдеть, как вкусно. Готовьте, и вам понравится. Обалдеть, как вкусно. Просто ум отъесть. Ребята, это мой ужин. Ну что, всем приятного аппетита. Готовьте, вам очень-очень понравится. Да, очень вкусно. Просто оторваться невозможно.